Добрый день, меня зовут Павел, и я предлагаю локальные пути решения некоторых проблем общественного пространства. Вот, я выбрал это место, и, как мне кажется, забор к общественному пространству визуально не совсем, как бы визуально он не на одном и том же уровне. То есть ну, человек не совсем, наверное, понимает, что делать перед забором. Следующий сигнал. Вот, я то есть предлагаю убрать этот забор и решать проблему, как мне кажется, проблему вот этой территории. В чем проблема состоит? Мне кажется, что место очень статичное, очень предсказуемое, и мне бы хотелось как-то изменить его, то есть сделать, может быть, в какой-то степени несколько неожиданно для горожан. Я предлагаю его засеять злаками и тем самым добавить некоторый динамический эффект, может быть, визуальный. Хотелось бы позволить горожанам оставить именно те условия, которые были, то есть не прокладывать дорожки, не указывать какие-то конкретные направления. Хотелось бы, чтобы те люди, которые посещали бы это пространство, они сами направлялись в том направлении, в каком им хотелось. Следующий слайд. Продолжение темы. Ниже располагается зона ресторана, и хотелось бы также ее, может быть, в каком-то похожем стиле решить. Следующий слайд. Вот, то есть, может быть, за счет мощения, может быть, за счет растений и вот как-то решить организацию пространства. То есть для этого, мне кажется, оно было несколько непонятно, а в какой степени я постарался и поставил задачу структурировать это пространство. Следующий. Как мне кажется, вопрос не совсем удачного озеленения уже рассматривается на этих слайдах. То есть, тут я без комментариев. Следующий слайд. Вот, то есть я хотел бы внести тоже некоторые перемены в такое пространство. Немножко скажу, что у нас в стране, по крайней мере, в Ярославле решают проблемы озеленения за счет двух средств, за счет газона и за счет обновления культуры. Ну, то есть это очень просто. И кому-то, может быть, уже надоело. Они, в принципе, очень статичны, и как-то они не предполагают никаких изменений и перемен. Следующий слайд. Хотелось бы внести каких-то таких изменений за счет внедрения или посадки новых культур, то есть за счет плана применения таких технологий, достигаться каких-то реальных перемен, которые мы можем увидеть на протяжении всего сезона вегетации растений. Спасибо. Спасибо, Юрий. Большое. Я могу сделать два комментария здесь. Мне кажется, что вообще проблема растительности и ландшафтного дизайна – это практически отсутствующая, так сказать, специальность на нашем пространстве постсоветском. И с помощью этого можно, конечно, сделать чудесный город. И я видел примеры этого и в Голландии, и вообще где только этого не видел. И мне кажется, что за это можно смело браться. Для этого надо, тем не менее, мою тему можно сделать и достаточно недолговечной работой, скажем так. Поэтому этим занимаются во всем мире ландшафтные архитекторы, которые заканчивали курс ботаники. Они знают все растения и как они выживают вообще в природе. С этого можно было бы начать, это называется концепция города-сада, это очень просто делается. Важно это делать с учетом климата. И мне кажется, с помощью таких средств можно изменить вообще весь город достаточно быстро. Единственное, что надо понимать, что это требует ухода и полива, и там вообще чего-то такого. И если вы сделали сад,
туда обрекаете себя на то, ну или какое-то красивое место, что надо за ним ухаживать. И если горожане готовы это делать, это было прекрасно. А по поводу того, что убрать забор, надо просто понять, откуда вообще происходит забор, из какого, какова его природа, потому что до какого-то момента, пока не наладится в стране, я потому что такое чувство безопасности люди не обретут, то они заборы убирать не будут. И откуда они появляются и куда они уходят, это самая большая загадка нашей территории. Поэтому, когда вы так смело говорите убрать забор, я вас бы предостерег, это не способ достигать цели. Спасибо тебе большое.